Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы представляем вашему вниманию нашу новейшую разработку фирмы Eliska. Это статический стабилизатор глубины наш, значит, вот, который состоит из поршневой балластной цистерны 150 мл и уравнительной цистерны антивеса. Значит, вот сейчас мы продемонстрируем, как эта установка наша работает, и вы сами увидите, как это все происходит. Вот включаем питание. Вот, и установка сразу вошла в следящий режим. Значит, здесь у нас также имеется уровень, который показывает реальное расположение нашей платформы. Ну, в данном случае это платформа. Это борт модели. Вот. Сейчас я отклоню на определенный угол, и вы увидите, как эта система работает. Вот видите? Значит, по мере увеличения угла, система наша отрабатывает. И в другую сторону. Вот. Постоянно система стремится выровнять борт в нулевое положение. На уравнительной цистерне, здесь, значит, вот, обратите внимание, стоят два конечных сенсора, которые отключают механизм в крайних положениях. Вот если вот так вот он отрабатывает в эту сторону и останавливается. И теперь в эту сторону. Сейчас мы продемонстрируем вам реальную ситуацию на борту, которая будет. Это наполнение поршневой системы водой. Вот сейчас она на четверть заполнена. Вот, значит, включаем передатчик и начинаем наполнение. Вот груз перемещается в сторону. Определенную сторону, а уравнительная цистерна пытается отработать, установить борт в нулевое положение. Вот. В другую сторону теперь. То есть следящая система всегда стремится установить платформу в ноль. Вот она, вот как вы видите, уровень показывает нулевое положение лодки. Так, еще раз. В конечном положении груз отрабатывает и останавливается датчиком. То есть, как видите, мы получили нулевую стабилизацию глубины вот таким вот определенным положением платформы. Вот. Значит, уравнительная цистерна, значит, простая в изготовлении, не требует определенных каких-то дефицитных материалов, все сделано с пластика, не коррозийные материалы. Вот. Груз вытачивается из свинца либо из стали. Вот. И может иметь любой вес и под любые размеры модели может быть приспособлен. Немножко
несколько слов об устройстве. Значит, на борту имеется прецизионный гироскоп, который следит за положением платформы на борту. Сейчас я ее выключу. Вот так. И отрабатывает, дает сигнал на наше устройство, значит, микроконтроллер, который управляет работой вот этой вот уравнительной цистерны. Значит, в зависимости от угла, какого он выдает определенный сигнал, и тот уже поступает на исполнительный механизм, вращает барабан, и с помощью лески, значит, соединен с этим, с грузом. Вот. Таким образом происходит перемещение груза по цистерне, и, значит, и происходит выравнивание всего веса платформы в ноль. Вот.